был очень сильный. В 11 с минутами, 11.05, 11.08. И я увидела зарево, с окошка видно. И начали гореть деревья, огня еще не было. А потом начали выбухать какие-то, наверное, вот это лакокрасочный магазин рядышком. Начали выбухать, и пошел пожар. И пожарки приехали. Стресс такой, что я даже не засекла, через сколько они приехали. Было очень много пожара. До 2 часов ночи они тушили его. А мы целый день, целую ночь по двору пробегали, прятались за домом, никуда не текали. Никогда в жизни не думала, что в моей жизни придется пережить войну. Никогда. Никогда. Очень тяжело. Взрыв, стекла посыпались, двери повыбивало, и крыша посыпалась. И все. Стены нет. Это волной, воздушной волной. Взрыв был дальше от нас. А у нас воздушной волной просто сбилось. Мы с ребенком спали, как бы, и это окно чуть ли не вылетело в нас. И потом вышли на улицу, ну, думали, школы вообще нет. Нет, ребенок учится. Очень страшно, тем более нас не было 2 месяца, мы вернулись. И тут такое, уже думали, вроде затишье у нас на районе. Тут сильно очень.